Всем привет, друзья! Я в Москве. Погода здесь не поменялась. Сегодня 10 ноября. Был в Мексике. Заезжал в Польшу, в Румынию, в Германию, в Швецию. Отснял интересные материалы. Все это будет на нашем канале. Сегодня мы поговорим про Мексику. Я получил данные по работе Сан-Исидро, Эль Чапарал, Тихуана на период с 10 по 20 ноября. Кстати, после 20 я вам дам еще данные. То есть постоянно все обновляется. Если вы планируете эмигрировать через Мексику, вам, конечно же, необходимы эти данные, эта информация, чтобы не приехать и не оказаться в огромной очереди, или еще хуже, просто находиться в очереди больше обычного. Обычно в очереди люди проводят от 10 до 14 дней. Можно, конечно, ускориться. Мексиканцы любят деньги, mucho money. Вот данные получил сегодня ночью от нашего Карлос Гомеса, который фактически курсирует между Мехико-Сити, Канкун и Тихуаной уже последние крайние 3 года. Плюс у нас открылся офис Тихуана, там есть представитель, который также дает нам свежие обновленные данные. В настоящее время у нас уже открылось 18 визовых центров онлайн. Также мы ведем переговоры о франшизе. По франшизе планируется 2 офиса в Бишкеке и несколько офисов в Узбекистане. Там люди пройдут обучение больше обычного. То есть я думаю, что через месяц уже они запустятся. Мы дадим им экспертов. Люди получат все необходимые теоретические и практические знания по иммиграции. Вот, сами приедем, скорее всего, на открытие офиса. То есть это будет полноценный работающий офис в центре города, в хорошей локации, где вы сможете приехать и пообщаться. Если вы сами хотите открыть франшизу или пройти обучение в онлайн-школе, заниматься иммиграцией, находиться в любой точке мира, как это происходит в нашей жизни у нас. То есть в Москву мы приезжаем обычно на несколько дней. И в основном также путешествуем и собираем данные по разным странам, по работе посольства США. То есть у нас сейчас также есть данные для наших партнеров по 5 посольствам, как минимум. 2 находятся в Юго-Восточной Азии, в Польше, в Швеции также. Еще есть одно место, где можно подавать сейчас на визу с высокой вероятностью получения. Это туристическая и студенческая виза. То есть все это наши партнеры получают, и партнеры по визовым центрам онлайн, и по франшизе. Так, друзья, удачи вам. Отслеживайте наши новости. Всем всего доброго. Пока.